Дни памяти Петра Бажанова – ежегодная акция Сочинского концертно-филармонического объединения, в рамках которой во всех районах курорта организованы тематические активности и мероприятия. Акции памяти проходят в библиотеках и музеях курорта. В Музее истории города сегодня открылась экспозиция, посвященная Петру Бажанову. На отдельном стенде представлены фотографии с председателем Сочинского горисполкома, его памятные награды и книги. Экспонаты в музей передал сын Бажанова Евгений Петрович. Он передал сюда большую коллекцию и своих книг, и книг, которые написаны совместно с его отцом и с его женой, тоже очень интересной женщиной, дипломатом. Вот. А в общем-то коллекция составляет около 50 единиц хранения. Это действительно история Сочи как частица истории Российской Федерации и вообще СССР. Помимо стенда на первом этаже музея есть постоянно действующая экспозиция, рассказывающая интересные факты из истории развития Сочи с 50-х по 70-е годы. Посетить ее можно в любой день. Также в ходе памятных мероприятий сегодня сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения и все желающие почтить память бывшего мэра курорта сочинцы возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где более 20 лет жил Петр Бажанов. Кстати, это первая памятная табличка, которая была установлена в Сочи в честь Дня города в 2013 году. Сегодня цветы были возложены и на могиле Бажанова, а в Зимнем театре прошел концерт лауреата премии Петра Игнатьевича, заслуженной артистки России Татьяны Остудиной.